Северная Осетия по поручению Сергея Миняйла создадут межведомственную рабочую группу по выявлению скрытой аффилированности сотрудников органа исполнительной власти, органов местного самоуправления с исполнителями контрактов на обеспечение государственных и муниципальных нужд. Такое решение было принято на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике. Эта мера позволит повысить прозрачность закупок для государственных и муниципальных нужд. В этом году выявлен один факт аффилированности сотрудника органа исполнительной власти, после чего он был уволен. Также сформировали реестр добросовестных и недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей, контракты с которыми заключались последние 5 лет. Сергей Миняйло подчеркнул, противодействие коррупции должна служить открытость органов власти, их постоянный диалог с населением.